Я все потрогал нормально, ну, высоко. Че, какой ты потрогал? Потрогал, мам. Что-то потрогал? Что это там, Матвей? Всем привет, игра у нас началась. Лев Мусатов. К нам в атаку пошли. Нам забивают уже Ямада. Так, тренировка хоть у него стоит, он вообще не тренирует. Так, господа. Так, остановим пока что. Продолжим. Лев Мусатов на маленькую лошадку. Маленькая лошадка пробила не очень. Голубев выбил. Рыжик пытается догнать, он берет мяч, бежит с ней вперед. На угловой ставит, мы подаем. Барбар навешивает, но не получается. Залякин. Но Барбар нарежек, он бьет и опять в угловой. Барбар. Калянин. Голубев. Инников и забивает. Здорово, Базик. Здорово, Стасяна. Чё там, где я? Ты только сейчас появишься. Так, посмотрим. Где тебя можно создать? Только одно место. Или вратарь, или... Так, правый защитник, выбирай. Вратарем хочешь или правым защитником? Ну вот, у меня есть один кореец.
Южный кореец, вот с такими бы штатами. На замене. Все, я тебя создаю, нанимайся, чувак. Все, тебя создал. Потенциал тебя накину сейчас. 200. Все. Так. Что у тебя с тренировками? Так. Удвоить. А тут все нормально. Давай мы тебя будем тренировать. Сейчас посмотрим. Ты идеальный у тебя. Давай вот удары потренируем. Ты такой среднячок у нас. Вот ты у нас. Видишь, у тебя нормальные такие, средний ты чувак у нас, нападающий будешь. Ты уже 2 голевых паса сделал. Ну, продолжить матч. Принять решение. Так, идем в отбор. Так, Морозов наперед дает пас. Пока плохо. Ну. Сказал, мы идеальная игра. Ты пока что на замене. Голубев бежит с мячом, ударяет и гол забивает. От голевухи и от маленькой лошадки. Я выпускаю, кто сломанный. Если он сломается, я выпущу. Так. Ну чё, пока что мы идем на третьем месте. Морозова на бата меняем. У меня просто маленькая лошадка чаще была на стриме, чем ты. 1-2, первый тайм. Молодцы, пацаны. В данный момент я в восторге. Так, в отбор пошли. Так, выбили. Молодец. Пад. Что-то не взял меня. Что-то случилось. Так, пытаемся сейчас отнять. Так, бат. Наперед на Овчинникова. Овчинников на Лев Мусатов. Лев Мусатов фигово навесил. Режек. Навешивает. Фигово. Барбар навешивает. Калянин. Барбар.
Мы пока что удерживаем, так на баланс переходить. Идем на третьем месте, неплохо. Круто, Стас, как всегда на высоте. Я понимаю. Труд, но мы не можем нормально выиграть. Кривбас. Иное. Голубев, Режик, Корявый Режик. Так, Овчинников, Барбар, Гасавара, Кривбес, Гасавара. Кривбес, Барбар, Голубев, Гасавара, Маленькая лошадка, Режик, Гасавара, Барбар, Лев Мусатов, Бат, Голубев, опять заблокировали удар, Гасавара, тоже не очень. Пенальти Режек будет бить. Надеемся на него. Бух! Режек забивает. Третий гол сезона. Так, Лев Мусатова меняем. Бат удержал мяч. Голубев. На маленькую лошадку. Гасавара бьет выше ворот. Ноя. Режек. Овчинников, маленькая лошадка, бьет, опять не забивает. Ну, головой зарабатывает. Так, Кривбас, Барбар. Бат. Ну чё, Гасавар опять не догоняет мяч. У него плохо что-то с флангами. Бат на Голубева. Овчинников. Так, Солякин на Барбара. Барбар на Гасавара. Гасавара на Барбар. Овчинников бьет. Так, Гасавара, Режек, Голубев, Чинков. Что-то плохо распасовка началась. Так. Выиграли 1-3. Ну, хоть так. Развитие тренировки. Так, у тебя стоит Голубев. Режек. Что у тебя стоит тренировка? Тоже все стоит.
Мы победили. Я горжусь с вами, короче. Молодежка играет. Какая ничего не может сделать. И где у них отбор? Вот молодцы. Так, ну им забили. Так, када. Обата, Тори. Кима не успели. Саби, Нагата. Ким, Ким. Фига из такого положения ударить, Ким. Тяжело было. Так, выбили. Он второй нам сбивает. Тэцуй танку. Так, навешиваем. Фигово. Не люблю молодежка, не моя команда. Так. Ну-ну. Не очень. Наперед не получилось. Ким. Усуй. Усуй, не понимаю, как давать пас. Ну, предположим, быть, да, дать надо. Так, ну что, защита. Так. Пенальти. Что-то забивать нам. Постараться. Ну, хоть этот отбил. Вот этот отбил уже начинают. После трех пропущенных еще бы. Чуть не момент в наши ворота. Так, еще один выбили. Ты выбил этот, молодец. Выбили. Я только выбиваем. Каждый четвертый минут момент, это жесть. Так, Ивари. Ким. Ким на Курата. Курата бьет. Но слабовато. Так. Выбил. Ямана. Ваханатабе. Ивами. Курата. Курата же не дать пас. Ватанбе.
Ким догнал. Ну че, Ким не смог пробить нормально. Ким. Торин. И сейчас звуки какой-то. Курата, ну. Даже момент мы создали. Им. Ну, им. Им дал пас. Вообще ничего не сделал. Ну, хоть не добили, то хорошо. Суй, суй. И вами. Вратарь пока что возит Ишузака. Так, выкидывает. Ким будет. Ким дает пас на Ямана. Ямана тупит. Тупик. Первый тайм заканчивается. Большим пока что разгромом. Нападение. Акаки. Это... Гасавара. Да попробуем. Надеемся. Постараться. Такаки, Гасавара, Мартель, Такаки, Ким, Ватабе. Курата, Нагата. Так, вводит наш вратарь. Опс. Не дадим больше подходить пока что. Выбили, выбили, молодец. Такаки. Накима, Ким на Юсуи. Все равно проход сложно сделать. Гата. И Сузуки какой-то. Такаки. Ката. Пас. Сколько им говорить пас. Таких моментов. Ватан Б. Так, опять угловой. Так, Нагата. Вперед.
Кима хотели дать. Шину суть подала на Курата, и он забивает один триход. Первый его гол. Красивенький. Казука и Курта. Начинаю понемногу привыкать. Так, такая Курат, Курута. Да пас, а не бить. Так, ну только раньше надо было. Четыре один, вот там нам забивает. Суй, Гасавара, Суй. Так, Суй, Данбе, Суй, Ватанбе. Круто. Главой. Хоть удар уже сделал. Давно он не бил. Савара. Танбе. Гусавара. Как они держатся, я там не понимаю. А желтая. Так, неплохо, неплохо. Им. Им. А, так, как и он забивает гол. От Кима Глюха еще одна пришла. Ну и Кима Глюха. Так, Савара, Такаки. Такаки забивает дубль уже. Красавчик. Люхета Гасавара. Да. Им, и он забивает. Курта Голевуха на Кима. И он зовет Мхунса. Их 4 еще. Такой развязки не ожидаю. Так, окей. Курта. Головой. Пофиг. Тут я захочу. Там бывает влетает компьютер. Калинин, Барбар, Голубев, Режек. Ну чё, как? Так, Голубев сделал подножку, но не идеальную. Так. Лев Мусатов выбил это хорошо. Вратарь пока что и держит. Так, Режик на Овчинникова, и он промахивается, ну как обычно. Так, ну перехватывайте. Пробили нас. Не этот мяч я удержал.
Ну, защитник Солякина, вратаря, вратарь наперед выпидывает. Защита хромает, жестко так. Опа, выбили, молодцы. Овчинников взял мяч, побежал вперед. Бежит, бежит, бежит. Пас на маленького шатка, маленького шатка. Прибивает. Ну, не забивает. Так, Режик за мячом. Ну, Режик тоже ничего не сделал. Ты сам про себя, что ли, говоришь? Так, Режик. Ай. Еще вытащу, есть время. Так, маленькая лошадка опять с мячом. Дает пас на Овчинников. Овчинников бьет. Только по ходу угловой зарабатывает. Сас, ты чего в футбол с ним не играешь? Да, не хочу. Так, Лев Мусатов. Так, Овчинников навешивает. Опять и навес Овчинникова плохой. Голубев бежит мячом. Почти пробили. Опять. Так, Страт, ты чё, футбол тим не играешь? Но мне не очень нравится. Там хорошо нафинтить всех. Футбол тим для лохов. Нет, он нормальный. Ну, когда просто нудно сидеть. Так, в обороночке засели. Где же голы наши? Фиори пишет маленькой лошадке. За скринью и отправлю рекомендателям. Это ты про кого говоришь? Так. Маленькая лошадка с мячом. Пас назад сделал на Режика. Режик на Голубева. Голубь на маленькую лошадку. Маленькую лошадку пытался. Ты мой твинк. Ты так не можешь сделать. Кликером. Кликером футбол. Тим норм. Я же сам на себя заяву не буду катать. Логично. Логично. Так, угловой у нас Морозов навешивает. Опять фигово. Так, Калинин выбил. На Морозов. Морозов бежит. Морозов на Овчинников. Овчинников бьет и сбивает. С голевкой от Алексея Морозова. Да. 1-1. Мы выровняли под конец тайма. Стараться. Морозов, Лев Мусатов. Давай, Овчинников. Вообще красава, парашютиком забивает 7-го гол сезон с голевухи от Лева Мусатова. 1-2, молодцы, мы вышли. Голубя меняем на Бата. Первый тайм 1-2 вышли. Вот красавчики. Нам есть куда расти, типа. Так. Морозов на Овчинникова. И все так. Залякин упинует, тоже фигово. Морозов. Бабар
Лев Мусатов. Барбер не дает так сильно перейти в центр и удерживать пытаемся. Ну-ну-ну, Морозов наперед. Значит, нападение хромает. Очень плохо. Так, выбили неплохо. Режик, режик. Перехватывает, бежит с мячом режик. Пас на бат. Бат на маленькую лошадку. И маленькая лошадка забивает гол от голевухи от бата. Он красавчик вообще. 1-3. Так, опять отбор. Кто хочет так же финтить, кидайте монетки, и вы будете финтить. Так, Морозов. Наперед. На Овчинникова дали. Пас. Дали на маленькую лошадку, нормально не пробил. Ну, сколько тебе не жалко, кидай. И у тебя будет собственный игрок. Я же монетки собираю, видишь, на материнку. Сколько не жалко, закинь. Ну, Морозов взял мяч. Чинков, маленькая лошадка. Если не жалко, 30 рублей закинь. Так, маленькая лошадка. Так, Овчинников тупит вообще. Навеш. Овчинников забивают гол вообще с голевухи от вратаря. Так. Так, обороне. Опа, опа, и мол, красавчик. Так, Овчинников опять перехватывает мяч, но это в офсайде. 14 рублей, а сколько копеек, я сам знаешь. Так, у меня удаление, это плохо. Перестройку делать будем сейчас в оборонку. Так, имя мы сюда, ты на главный будешь. Чистый. Ты будешь как чистый форвард. Овчинников у нас будет защитник. Видишь, ему жалко закинуть. Поддержкой. Так, принять. Все, заменочку сделано. Чтобы он финтил в команде. Так, Морозов, Лев Мусатов. Режек. У меня просто много свободных игроков. Могу создать за монеточку. Маленькая лошадка. Забивает, ну не засчитывают. Кюбас наперед.
маленькую лошадку опять. Он бьет и уголы зарабатывает. Так, ежик на маленькую лошадку на хига, хига бьет Кирилла. Мы выиграли 1-4. Классно, пацаны. Лучшие. А лучший у нас оказался 9-7. Овчинников Илья. 3 гола оформил. Лучший мир за работой. Как твин лошадки может не любить? Тить. Кто зашел на каналчик, подписывайтесь и всем привет. Я знаю, но у меня 4 победы и 1 поражение. Так, гол убил, надо контрактик. Он еще не оформил его на контракт. Хорошо. Юра, как тебе мой стримок пока что? О, возвращение блудного сына маленькой лошадки. Грустя. Понятно. Видишь, у меня чуть-чуть донатик оживился. Я жду от вас ничего, кроме победы. Маленькая лошадка, лошадки Пэза. На пол правый защитник у меня есть место, но я того поставлю, кто задонатит. Видишь, Фиора у нас в табличке появился. Так, ну что ли? Начнем матч. Так, так, скорость надо поуменьшить. Так, постараться. Так, в обороночке опять засели. Вратарь тащит наш. Так, маленькая лошадка. Бежит. Пас на Овчинкова. Пас на маленькую лошадку, и он забивает от Ильи Овчинкова. Его третий гол в сезоне. Как всегда, маленькая лошадка крут.
ты зафинтил, это понятно. Ну, тебе Левченков не дает, чтобы ты вышел на первое место. Левченков. Солякин. Фарик полузащитник дает пас его-то. На номер 7. Как Кристиан Роналдо. Так. Ну-ну-ну, пацаны. Ему тоже потенциал 200 у него. О, вратарь словил. Так. О, помолодец. Так. Ну, пропускают вратарь, лох. Один-один. Опять нам забили. Так, в оборонке выбили пока что. Морозов наперед дает. Гола. Ну да. Так, Овчинников. Маленькая лошадка. Морозов. Опять станет, убежит наш ворота. И нам забивают. Это жесть. Второе поражение будет в сезоне. Пока что идет. Так, Кривбас, Калинин, Энерджи, Солякин, Энерджи, Солякин, Энерджи, Кривбас, и засрали. Свою мяч вратарь хотя бы. Так, вытащили. Морозов с мячом бежит. Пас на Овчинникова. Так, Морозов у Энерджи. Морозов. Овчинников. Бат. Режик. Бат. И не забить. Так. Нет никого из наших. Так, защита пока что справилась. Фиора уже начинает пасы раздавать, это уже хорошо. У него 6,3 только оценка. Так. Маленькая лошадка, Кривбас, Калинин, Энерджи, Калинин, Бат, Энерджи, Режик. Мы идем на... Так, на второе место вышли пока что. Так, бат. Ну, ну, давай, давай. Пас на Режика. Режик на маленькую лошадку. Маленькая лошадка на Морозова. Он бьет и только голову и зарабатывает. Овчинкова меняем. Морозова тоже. Рыбин. Рыбин наперед.
Так. Пока что моментов нет серьезных. Опять так выкинул. Ангасалара на Режика. И засирают все. Колянин. Бат. Маленькая лошадка. И он косячит. Косяк у маленькой лошадки. Так, энерджи на маленькую лошадку. На Джанилова он бьет и не забивает. Опа, пенальти. Кто будет бить? Рыбин, Максим Рыбин. Да, и он забивает пенальти, Максим Рыбин. 2-2. Еще шанс на победу есть. Выбор у нас спела. Калинин. Огасавара, Калинин. На маленькую лошадку дальнюю сделали пас. Так, маленький лошадка мячик. Навешивает на бата. И он не сбивает. Так, Ежик. Огасавара. Угловой. Навес. Так, Крипбас. Солякин. Крипбас. Все. 4 минуты. Так, выбиваем на Калинина. Калинин наперед. Не получилось, Калинин. Так, Калинин. На маленькую лошадку наперед накинул, но не успевает по скорости. Так, Гасавара, Калинин, бат. Бат на Рыбина, он не успевает. Мы сыграли в ничью 2-2. Вы как хотите? Посмотреть молодежки игру 18-летних и быстрая перемотка. Сразу отвечайте. Пожалуйста. Машина в небеса, и теперь я твой супергерой.
как я тебя люблю. И под небом января оживут лишь для тебя все цветы земли, все слова любви, что знаю я. Завтра лишь сейчас, сегодня через боль и страх. Там опять по лезвию ножа, не падая легко бежать, всю землю на плечах держать. К победе да! Трепет тысячи сердец, у вас билет в один конец. К победе нет пути назад. Да, и даже если труден бой, сражаться вновь самим собой, за веру в любящих глазах. Победа, да!